Сьогодні в програмі: чи можна вагітним робити масаж? Як підготувати дитину до дитячого садочку? Чому першокласникам дозволяють брати іграшки до школи? Поради спеціалістів. Практично неможливо знайти людину, яка не любить масаж. Під час вагітності, як ніколи, хочеться розслабитись та насолодитись приємним відчуттям. Та чи безпечно це для малюка? Масаж буває абсолютно різний. Буває поверхнесний масаж, буває такий косметичний масаж легкий, а буває перкусіонний масаж, який робить спеціаліст, який направлений на перерозподілення потоків крові в мікроциркуляторному руслі. Ось такі масажі, професіональні, не завжди годяться для беременної жінки. Особлива небезпека в перший триместр вагітності. В цей час дозволяються лише легкі погладжування, що виконуються самостійно або близькими людьми. Тому що кровоток, в кожному сосуді своє давлення, на це не потрібно впливати. Там відбуваються свої процеси, які не треба трогати. На жіночому тілі є зони, які бажано якомога менше масажувати. Тиск на них може спровокувати викидень. Особливо це стосується області поясниці, вот, і області почок, теж поясниці, тільки верхній її відділ. Крім фізичного впливу на організм, масаж має також сприятливий психологічний вплив. Розслабляє, заспокоює. Регулярний масаж під час вагітності може налагодити і встановити приємний емоційний фон для майбутньої мами. Масаж лиця, шеї, п'яток, пожалуйста. Вот это такие косметические меры, которые, в общем-то, ни на что не влияют, кроме кожи самого лица. Это не возбраняется. На пізніх термінах, безпосередньо перед пологами, застосовуються також певні види масажу, що стимулюють організм жінки і дозволяють прискорити й полегшити перебіг пологів. Цю процедуру здійснюють фахівці. Поряд з правильним диханням, подібний масаж позбавить вас від стресу і больових відчуттів до і після пологів. Щойно дитині виповнюється рік, батьки ставлять питання: як обрати дошкільний навчальний заклад та як психологічно підготувати дитину, адже будь-яка зміна оточення може спровокувати стрес. Читають відгуки в інтернеті о садиках, приходять в садик, смотрят інтер'єр, групи, общаються з завідувачем, з воспитателями. Многі просто через знайомих ищуть садик. Но каждый подбирает под себя, что ему более выгоднее, что лучше для ребенка. То ли это будут хорошие группы, но более строгие воспитатели, то ли это будут не совсем новые условия, но хорошие воспитатели, которые позаботятся о детках. Но чтобы мама не переживала, все-таки я считаю, что важно пообщаться с заведующей, пообщаться с воспитателями, пообщаться с другими родителями и собрать полную информацию о том или ином садике, куда вы отправляете своего ребенка. На тривалість адаптаційного періоду впливає правильна налаштованість. Очень многие родители спрашивают, задаются вопросом, как же все-таки подготовить ребенка к садику, чтобы ему не было тяжело, не было стресса. И ребенок особо не плакал. В принципе, чтобы прошла легко адаптация, ребенка надо положительно настраивать и перед приходом в садик рассказывать ему, что там детки, там интересно. Все-таки ребенок должен на площадках общаться с детками, разговаривать о садике, говорить, что там все-таки хорошо, там будет много деток, будешь гуляться, много новых игрушек. Чтобы ребенок понимал, что там действительно его не бросают, а там хорошо. Тут головне не піддаватись своїм емоціям. Ви должны быть с улыбкой, положительно настроены, улыбаться, понимая при всем при том, что ребенку в садике будет гораздо лучше, чем все-таки дома с мамой, с папой, с бабушкой. Чи варто одразу дитину залишати на весь день? Первый день вы оставляете всего на 2 часа. Ребенок знакомится с детками, с воспитателями, но маме надо сразу уходить,
чтобы ребенок быстрее воспринял новую обстановку, так как он будет видеть маму, он будет настраиваться на слезы, он понимать будет, что его оставляют. Поэтому, как бы маме не было тяжело, но с улыбкой на лице привели, поздоровались, переодели и побежали по своим делам. Так что первый день это всего 2 часа, потом 3 часа, потом до обеда, потом уже ребенок спит. И остается до вечера, и адаптация проходит легко. И мама не переживает, что ребенок сразу брошенный. Поэтому ни в коем случае не стоит сидеть на площадке с ребенком, настраивать его, что вот сейчас мама посидит и уйдет. Просто беззаботно пришли, оставили, сдали воспитателю, и ребенок все равно быстрее успокоится, чем когда он будет видеть маму. Вихователі зазначають, що діти адаптуються швидше, ніж їхні батьки. Родители больше переживают всегда и по всяким поводам. Поэтому я считаю, как воспитатель и как мама, что надо привести, уйти и не стоять, не слушать, как ребенок будет плакать, потому что детки плачут все, плачут и на площадке, и в группе, и это очень тяжело маме. Естественно, ребенок это все чувствует и начинает еще больше нервничать. Чим менша дитина за віком, тим швидше вона звикає до садочка. Тому що чим старший ребенок, тим йому складніше адаптуватися. Він розуміє, що його бросили. Як би мама йому не розказувала, не підготовлювала, він вже більш осознаний, він осмислено вже розуміє, що його куди-то відводять в нову обстановку. Поэтому детки, которые приходят в садик с 4, с 5 лет, им очень тяжело влиться, найти новых друзей. В дитячому садочку на него чекатимуть багато друзів. Садик – это все-таки социализация, это общение с ровесниками, это развитие, которое намного лучше, чем дома с мамой, с папой, с бабушкой. В садике детки получают не только развития, ну и получают также подготовку к взрослой жизни, к школе. Поэтому я считаю, что деткам очень важно ходить в садик. И если мама будет настраивать, подготавливать ребенка, то ваша адаптация пройдет очень легко, быстро и без слез. Початок шкільного життя часто умовно вважається завершенням дитинства. А це означає, що ігор та іграшок стане набагато менше. Чи потрібні іграшки першокласнику? І якщо потрібні, то навіщо? Ігрушка – це значимий об'єкт. Ну, я можу порівняти, як вот для жінки золота там, цепочка. Да. Вот вы бы смогли поделиться своим золотой цепочкой с подружкой? Вот это так же самое происходит, когда ребенку говорят, отдай мне игрушку. Ребенок даже само эмоционально реагирует. То есть для него это значимая вещь. Игрушка, она не может не только его развлекать, она может его даже успокаивать. Поэтому в первом классе это норма, когда ребенок носит какой-то об'єкт, да, который йому допомагає і успокоїться, і відвлечься, і так далі. Єдине, що важливо зробити батькам, це пояснити дитині, що гратися можна тільки на перерві, і не варто діставати іграшку з портфеля під час уроку. Опитні педагоги об этом знають, і вони вміють цим управляти. Тобто, щоб ребенок не відвлекався, да, на посторонние вещи, на игрушки, на какие-то игры, на какие-то плакаты и так далее, концентрировал внимание на обучение. То есть здесь различные существуют приемы. Учитель даже может проговорить, давай я возьму твою игрушку, посажу рядом с тобой, она будет рядом, но она будет смотреть, как вот ты учишься. Ну вот, вот примерно вот так вот. Только чтобы ребенку было безболезненно, скажем так. Он не расстается с игрушкой, вроде бы она и рядом, да? Но вона як би не мішає йому навчатися. Як же обрати ту чи іншу іграшку? Чи є перелік бажаних? В связи с тем, что такой поток информации, да, идет и с разных, из телевидения, и из компьютеров и так далее, у детей различные вкусы и взгляды. Поэтому значимая игрушка – это личная вещь ребенка. Здесь я не могу вам конкретно сказать, что хорошо, что плохо. Сейчас эта черта потеряна.
здесь она должна исходить из, ну скажем так, интереса ребенка. Зважайте на те, що хоче з собою взяти ваш школярик. Психологи стверджують, що іграшка може багато чого розповісти про свого власника. Если у ребенка проявляется агрессия, у него и будет соответствующая игрушка, которая, ну, скажем, будет отражать, да, его интересы, его поведение. Часто батьки не купують або забороняють дітям гратися подібними іграшками. Мы приходим с детьми в магазин, да, и нам ребенок: какую ты игрушку хочешь? Либо солдата, либо самолета, ну, самолет, да, либо что. То есть это от интересов ребенка. Здесь нужно просмотреть, что он смотрит, какие он мультфильмы смотрит, что он видит, да. Почему у него не на игрушку обращать внимание, а на его состояние. А игрушка — это как диагностика, как симптом.